Олег сказал «добрый вечер», мне кажется, еще «добрый день». Вот. Разрешите всех тоже поприветствовать. Я очень рад всех видеть, что зал наполнен. Люди пришли заинтересованные. Меня слышно? Мне да, ощущение? Да, да, да. Я немножко глуховат. И еще и плохо вижу, но тем не менее. Я скажу все-таки. Я скажу, что наше дело живет уже четвертый год. Четвертый фестиваль. И, возможно, здесь в зале присутствуют люди, кто был и на предыдущих наших встречах. И мы уже с радостью увидели в этом году, что для нашего фестиваля люди специально делают работы. Не просто находят то, что у них было, и посылают на очередной фестиваль, потому что люди иногда участвуют во многих таких вот мероприятиях. Но уже специально делают и фильмы снимают, и снимают фотографии для фестиваля в защиту жизни и семьи. И это очень важно, что люди проникаются этой животрепещущей, прямо такой кричащей темой. Темой защитить ребенка, защитить семью. Это очевидно, это ценности у каждого народа. Во все времена люди понимали, что семья это самое близкое. Мы в семье рождаемся, мы воспитываемся. Это самые близкие люди, кого мы видим. И беда в том, что сейчас на семью так много атак, так много есть всяких сил темных, которые вот эту свою тьму пытаются распространить в другие души, чтобы люди не создавали семьи, чтобы они бросали семьи, чтобы жили только для себя, чтобы жили только для развлечения, только для богатства. Но это все ложные ценности. И мы со своей стороны, пускай нас не так много, и наш голос еще не так слышен, но тем не менее, мы будем продолжать говорить, что семья, дети – это ближайшие, самые главные ценности. И будем помнить, что Бог говорил, что все, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне. То есть, как мы относимся к детям, как мы относимся к семьям, мы этим показываем отношение к Богу. И вот если мы хотим, чтобы Бог нас благословлял, то и мы со своей стороны также должны проявлять любовь и милосердие тем, кто меньше, тем, кто слабее. И, конечно же, к маленьким деткам, которые без нас не могут сами за себя постоять. Вообще постоять не могут, пока мы за ручку не держим. Вот поэтому и символика наша – это две встречающиеся ладошки, чтобы мы всегда отвечали на протянутую ладошку и держали ее твердой, но ласковой рукой. Аминь. Спасибо, отец.